Всем привет! Меня зовут Дита, я живу в Канаде, и мы едем с вами куда? Юникло! Ура! У нас открыли некоторые магазины, чуть-чуть побольше, но я уверена, что примерочные закрыты, но посмотрим, что у них есть нового, если вообще что-то есть, потому что, как вы помните, я вам показывала магазины, которые у нас стоят пустые. Интересно, там есть очередь, чтобы зайти или нет? Есть, вот я вижу даже. Конец ее, но не такая большая, потому что сегодня будет не день, сегодня вторник, поэтому народу мало. И вообще, чтобы зайти в молл, сейчас целая процедура. Молл — это шопинг-центр. Нужно сосканировать специальный баркод, он вас отправляет на веб-сайт, и там вы должны ответить на вопросы. Была я в контакте с кем-то, у кого есть позитивный тест, ездила ли я куда-то, если у меня там насморк, кашель и так далее. Вот когда все это отвечаешь ноу, ничего нету, тогда вас пускают в магазин. Так, стою в очереди. Вот так, собственно, выглядит вход в магазин. На входе стоит охранница, считает людей, вошедших, и проверяет на вашем телефоне, если вы получили птичку от их веб-сайта, что да, в принципе, вы можете зайти. Все это, конечно, очень confusing, люди не очень понимают, что им делать. В общем, это, конечно, выглядит все очень странно. Еще что хотела сказать, что почему так мало людей? Потому что ограниченная capacity, то есть количество людей, которые пускают в молл, в шопинг-центр, намного меньше, чем обычно. По-моему, там 50% или даже 25%. То же самое в магазин, поэтому везде очереди. В выходной вообще даже нечего соваться. В выходной очереди вокруг торговых центров стоят вокруг, по кругу, три ряда, а в будний день вечером вот мне удалось попасть, сейчас я стою в очереди и жду своей очереди, чтобы зайти в магазин. Сейчас crazy, honestly, вообще-то это все, конечно, это сумасшествие какое-то. Ну вот, пока стою в очереди, я могу начать съемку. Пока что я ничего интересного не вижу, только я вижу футболки какие-то спортивные. Спортивные кофты, ну, может, это у входа. Обычно у входа вешают самое интересное, самое такое аттрактивное, то, что может привлечь покупателей. Вот то, что сейчас висит у входа, меня совсем не inspired, меня совсем это не радует. Я боюсь, что в магазине не будет ничего абсолютно, на что есть можно посмотреть. Ну, давайте подождем, зайдем и посмотрим. Итак, мы внутри магазина. И как я и испугалась снаружи, внутри оказалось действительно очень много спортивной одежды. Я потом почитала и поняла, что сейчас в Uniqlo это как бы отдельный такой тренд у них, что они очень много значения и внимания придают спортивной одежде. Видимо, в силу того, что люди в основном находятся дома и им как бы находятся дома. Дома удобно носить спортивную одежду. И вообще заниматься спортом очень полезно, когда целый день сидишь дома, никуда не ходишь, никуда не ездишь. То есть, в общем, они решили как бы поддержать вот эту вот всю ситуацию, которая сейчас происходит в мире, тем, что они стали продавать больше спортивной одежды. Но переходим от спортивной одежды. Я думаю, что это не очень интересно. А давайте посмотрим, что у них есть из обычной одежды. Вот из нового. Называется, что Limited Offer. Сейчас эти плащи продаются за $90, а так они, по-моему, стоили 120. Такие, знаете, плащи немножко такие старомодные на вид, но интересные. Много до сих пор продается вот этих вот курток пуховых тонких от Uniqlo.
И вот это тоже новая коллекция, вот эти вот юбки. Мне они понравились. Понравились они мне внешне. Стоят они $40 сейчас. Они были разных цветов. Вот такие вот серо-голубые, потом такие вот оранжево-бежевые, молочного цвета. Были еще синего и черного. Хорошие цвета, красивые юбки. Интересные такие, знаете, по качеству не очень, но на вид очень симпатичные. Обратила внимание я на эти два пиджака. Такие явно летние пиджаки, немножко такого мужского кроя, но в принципе они... Это женские пиджаки, стоят они недешево. Стоят они $100, и это пиджаки коллаборации, вот этой коллаборации Uniqlo U. И состав у них не... На вид они как будто бы такие, знаете, хлопково-льняные, но они нет. Снова коллаборация Uniqlo U, и на сей раз платье. Очень-очень интересного такого лососевого цвета, цвета лосося, оранж лосось. И я, мне понравилось это платье, выглядят они довольно так интересно. Ну, в принципе, обычный совершенно фасон, но за счет цвета и вот какого-то, знаете, так струятся они, такие, знаете, платье-халат, но, в принципе, немножко такой блеск на ткани, в общем, выглядят они симпатично. И были они в нескольких цветах, вот эти два цвета, и еще я потом сняла попозже, вы посмотрите. Очень много было плащей и тренчей. Вот, видимо, за счет того, что сейчас весна. Вот этот интересный тоже коллаборация Uniqlo U. Он необычный, не совсем обычный тренч, он такой немножко в стиле, знаете, 60-х. Такого укороченный такой, как будто бы плащ силуэта, эй-силуэта, трапеция немножечко, и не совсем обычный тренч, но интересный. Вот снова тренч такого молочного цвета, тоже необычного фасона, видите, с такими большими карманами, скрытая застежка. Тоже немножко такой, знаете, вот эта вот застежка под горло. Интересный фасон, в общем-то, необычный. И стоил он, сейчас мы посмотрим, сколько он стоит. Я думаю, что больше сотни, но, может быть, я ошибаюсь. Долго искала цену. Ну, вот вы видите цену. Да, вот это вот платье, вот этот цвет просто потрясающий. Травяной зеленый, но не темно-зеленый, а светлый, такой, знаете, свежей травы, да? Очень мне понравились эти цвета. Вот этот синий, или там был синий, я точно не скажу, но вот, по-моему, они черный-синий лососевый, вот этот вот зеленый. Снова такой плащ, ветровка такая, но длинная. Еще один тренч. Еще один такой, знаете, оверсайз. Очень-очень симпатичный, мне он очень понравился. Красивый. Ну, классический, в общем-то, но интересный. Ну и летняя одежда, летние такие базовые шорты, таких вот красивых летних, светлых, ярких цветов. К ним же идут футболки по $20, это тоже Uniqlo U. И вот такие вот шорты, которые немножко более такие, не совсем базовые, а собранные на резинке на талии и с поясом. И тоже вот футболочки к ним идут такие, но... Не совсем обычные, тоже такие, немножко такие, знаете, с фантазией. Шортики симпатичные, вот это особенно лососевые, очень симпатичные. А снова платье, снова тоже коллаборации того же дизайнера. И, знаете, они на вид простые, но даже на камере этого не видно. Но, в принципе, они выглядят неплохо. Особенно если учесть, что есть красивые цвета разные. Вот это вот тоже красивое платье, оно очень обыкновенное, такой вроде бы совершенно мешок с поясом, да, но на самом деле за счет вот какой-то такой блеска ткани, хорошего кроя, довольно симпатичного, они выглядят красиво, и вот этот цвет очень красивый. Такой прям, знаете, насыщенно синее морской волны. Было еще очень много вещей на распродаже, в том числе свитера. Вот эти свитера за $13, вот вы видите, остались цвета довольно красивые, и они, я потом посмотрела, это чисто шерстяные свитера, и за $13 я считаю, что это просто, ну вот, просто находка. Следующим пунктом нашей программы идут юбки. Это коллаборация с Inés de la Frisange.
Ну, вы знаете, что каждый год они производят вот эти вот юбки. У меня есть одна или две, я не помню. Были они других расцветок, но, в принципе, того же самого дизайна. Вот из этой вот сжатой такой ткани. Сейчас они за полную цену, по-моему, они стоят $40. И вот таких вот расцветок, очень, знаете, таких веселеньких. В прошлом году они были в горошек, а сейчас вот такой вот цветочки разноцветные. Ну и это снова распродажа, вот эти свитера все. Мы видели их в начале зимы. Сейчас они по $30, эти же юбки. Сейчас они тоже по $30, они тоже были в начале зимы. Это такие красивые плиссированные юбки очень красивых цветов. Ну вот правда, цвета такие, вот этот лососевый, вот этот вот зеленый травяной. Цвета потрясающие. А что еще? Вот эти вот брюки льняные, по-моему, они льняные или хлопковые, я точно не скажу, но они из какой-то натуральной ткани и такие просторные кюлоты ниже колена и вот эти вот хлопковые, вот это точно хлопковые рубахи такие на пуговицах, стоят они сейчас довольно дешево. Они сейчас на сейле, и, как казалось, брюки эти тоже, вот такие рубахи без пуговиц, просто такая рубаха тоже на сейле сейчас. На сейле вообще много вещей, но я боюсь сказать, или только это у нас, или это везде. У нас-то это точно, потому что магазины были закрыты, они ничего не распродали, и поэтому сейл, как бы все, что на сейле, осталось висеть. И вот сейчас они пытаются это все расторговать этим всем. Поэтому много еще вещей на распродаже. Не знаю, как в других странах. Боюсь, что, может быть, ситуация другая. Вот это платье за $40, это тоже от Инессы, но это не за $40, оно просто висело не на правильном месте. Я потом вот за углом чуть попозже нашла их, они были тоже разных расцветок. Вот это платье, я помню, я его примеряла, когда они только появились, они были за 60, сейчас они за 40. Трикотажное такое вязаное платье, оно неплохо смотрится. И вот эти вот платья от Инессы, которые я там увидела, одно черное, а вот оказывается, что они есть вот в черном цвете, в таком бежевом, такой же расцветки, как юбка сиреневая, и еще темно-темно-синие. В принципе, повторяет расцветки юбок, что, собственно, всегда в коллекции Инессы, вот такая ситуация. Такие интересные, даже не знаю, как это назвать, курточки, не курточки, но, в общем, какая-то верхняя одежда, типа такие, знаете, пиджачки а-ля Мао Цзэдун, такого фасона, с вот таким воротником, пуговицы до горла, два кармашка, коротенькая, она такая расклешенная, тоже интересные цвета, вот, так, вот этот ментоловый цвет, я так понимаю, что это сейчас самый-самый тренд. Заскочила в шарфы, тоже на распродаже, потому что все-таки это зимние вещи, стоит он сейчас $8, но это не шарф на самом деле, это такой палантин, пончо, не знаю даже, как это назвать. Вот они есть всевозможных расцветок. Я думала, что это шарф. Потом я поняла, вот видите, здесь висит оно на вешалке. Это такой пончо-палантин. Честно говоря, я задумалась. За $8 я, наверное, хотела бы приобрести такой свитер, такой палантин, потому что удобно это. Удобно зимой дома вот как бы согреться у камина. Совсем-совсем неплохо. А вот свитер... Что ж такое сегодня свитера? А шарфы были вот только вот одного вида. Вот этот шарф был в клетку. Обратила внимание, это, в общем-то, пижама. Домашние брюки, пижама. Но, вы знаете, в наши дни, по-моему, в таких брюках вполне можно ходить на улицу. Вы знаете, они неплохо выглядят. Тем более, вот у них такие красивые есть разные цвета, такие нежные пастельные цвета. И качество такое приятное, тоже немножко такой блеск. Я думаю, что это вискоза, и они так поблескивают. В принципе, в наше время в таких вполне можно ходить на улицу. И вот, девочки, примерочные оказались открыты. Показываю вам затравку на следующее мое видео. Я, да, примеряла вещи, и обязательно смотрите мое следующее видео. Подписывайтесь, если вы не подписаны, чтобы его не пропустить. Да, нам повезло, примерочные оказались открыты, хотя я не ожидала. И будет, следующее видео будет видеопримерок того, что я нашла в магазине Uniqlo из новой свежей коллекции весенней. Вот таким вот образом. Пошла я на выход. Видите, какие пустые помещения. Как бы совершенно пустые.
пустые стоят здания, но тем не менее. Все, девочки, всего доброго. Надеюсь, что вам понравилось. Было интересно. Люблю, целую. До следующих встреч. Не пропустите мое следующее видео. Пока-пока-бай.